Foarte frumoasă. De ce? De ce foarte frumoasă? De atât că ne ducem, ne întâlneam cu colegii, ne ducem în formă, cu cosiță, cu fundiță, cu de toate. Și au rămas în amintire, fiindcă când copilul meu învăța tot așa, eu la 1 septembrie eram permanentă și la 31 mai tot așa, așa că era foarte interesant. Învățam, ne distram, era interesant. Последний звонок, наверное, пели песни из фильма «Розыгрыш». В общем, весело было. И вообще раньше было все веселее. Было время, когда мы просто учились, было что-то интересное, а сейчас не то. Я помню свои школьные года. Я всегда хотела школу, всегда было интересно, кто пришел новенький, что было на летних каникулах у одноклассников, что мы будем изучать. И я закончила лицей Ломоносова. Я, например, всегда с теплотой и с какими-то особыми чувствами вспоминаю свои школьные годы. И благодарна своим родителям, своим педагогам. И родителям тоже. Труд, учеба. Вот это было самое главное для нас. Общаетесь с одноклассниками? Да, даже на днях общались, встречались. Угу. Что рассказывают, что изменилось? Ну, все рассказывают про свою жизнь, как чего они достигли в жизни. Какое-то яркое со школы воспоминание осталось? Ну, были приятные учителя, а все неприятное забыли. Самые радужные, конечно. Школа – это дружба, школа – это детство. А сейчас, конечно, актуальна другая чуть-чуть тема, связанная со школой, это дистанционное обучение. Ну, у нас в школе просто не было так много гаджетов, поэтому нам проще училось, наверное. Сейчас очень много соблазнов у детей. Помню, конечно, как не помню. Что интересного у вас было? Какие? Интересы были полны радости, здоровья, веселья. Хулиганили часто. Так все хорошо было. Я был отличником, все учителя любили меня, и я был самым лучшим. Мы играли в футбол, мы с друзьями ходили на походы. Какие воспоминания положительные на сегодняшний день? Чили мы фрумас моменте, а фост клитули, когда нам пошли прагу в школе. 20 сентября, и к примам истории, молодые мы нашим, интратам в куртя школы. Что эти моменты трясут по нам презент? Конечно, помню, но это было очень давно. Давно, я уже 50 лет как закончила школу и на пенсии. Но мы с нашими одноклассниками встречаемся ежегодно. Это у нас 46-я школа на Старой Почте. Находим время, встречаемся. И очень приятно услышать, у кого какие изменения, кто чего достиг. Ну и также у кого как бы семейное положение. Очень радуемся. Связано с школой в основном только приятные воспоминания. В первую очередь спасибо за все, что научили, и удачи в дальнейшем с новыми учениками. Очень светлая. Самая, мне кажется, прекрасная пора – это школа, университет –